немного трясет. Такие вещи очень пугают вашу мать. Что, опять? Будет еще пара толчков, а потом все успокоится. Еще и ветер сильный поднялся. Отец? Пойдем домой, проверим, ничего там не сломалось. Живо! Осторожно. Это не землетрясение! О чем ты говорил? Кэш, отведи брата в подвал, а я за машиной! Опасно! Выполняй! Давай, Логан! Ну что, черт возьми, стряслось! Шлюз С готов к стыковке. Захват. Ориентируйтесь на опору колючки. Сдавайте назад. Понял вас, Бэйло. Герметизация шлюза. Ой, хочется уже поскорее домой. Сколько прошло? 3 месяца? Бэйло, стыковка будет жесткой. И вы сели. Отличное пилотирование. Один переходит в боевой режим. Это не учение. Нельзя позволить им захватить Один. Диспетчер Одина! Отряд Федерации в отсеке экипажа! На ко мне! Брейкер, осторожно!
готовится к использованию первого заряда. Наведение. Лос-Анджелес. Захват. Сан-Диего. Захват. Феникс. Захват. Наведение. Хьюстон. Захват. Наведение. Майами. Захват. Ты безопасная зона близко. Живо туда. Запуск через 10 секунд. Команде перейти. В безопасную зону. За мной! В Один загружаются координаты целей. Диспетчер, у нас критическая ситуация. Понимаю, Хьюстон. Бейкер, нужно дистанционного подрыва. Принято, Мосли. Дай подрыв станции. Через три, две, одну. Бейкер, нужно же... Отменено. Но второй заряд по-прежнему готов к бою. Наведение завершено. Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Чикаго, Вашингтон. Еще не все, Бейкер. Нас ждет Один. Нужно его ликвидировать. Не думаю, что мы сможем попасть домой, Бейкер. Атлас, насколько нужно отклонить его вот, чтобы сбить равновесие? На 23 градуса, левый борт или корму. Но дистанционное управление не работает. 23 градуса. Мы подходим эту банку в океане. Через дорогу быстрее! Ему нужен свежий стель! Через дом!
Логан, вы как? Папа, все в порядке. Залезайте в кузов. Муж и Логан! Тащи его в кузов, давай скорее! Надо сваливать отсюда! С тобой все будет хорошо, сын! Держитесь, ребята!